першій половині дня, 25 жовтня, свій громадянський обов'язок виконав почесний громадянин міста Одеси, Одеської області, президент Одеської юракадемії Міжнародного гуманітарного університету Сергій Ківалов. Політик упевнений, вибір кожного одесита важливий, якщо наші земляки дійсно хочуть серйозних змін. Я сьогодні проголосував за майбутнє нашого міста. У нас є вже образець «Город в місті». Міжнародний гуманітарний університет. У нас є національний університет, юридична академія. Я сьогодні проголосував за те, щоб ізбавитися від цих мародерів, які на протязі останніх 5 років уничтожали наш город. Я сьогодні проголосував за наш город, щоб він був красивий, комфортний, уютний, щоб в городі був запах білої акації, а не запах пыли и цемента. Знаете, я знаю, что одесситы, они не очень любят ходить на выборы, на избирательные участки. Сегодня особый день, я призываю всех жителей нашего города прийти на выборы. Я призываю всех жителей нашего города прийти и поставить жирную точку в отношении тех лиц, которые уничтожали наш город. Если вы не придете на выборы, за вас проголосуют. И мы опять останемся в таком же положении, в каком мы были. Я призываю и прошу всех одесситов, кто еще не смог прийти и кто не успел еще проголосовать, прийти на избирательные участки. Я очень хочу, чтобы наш город, он был успешным, он был перспективным. Чтобы в этом городе всегда был мир, спокойствие, благополучие. Але проголосував Сергій Ківалов, як і більшість одеситів, не з першої спроби. Виборці, які прийшли на дільницю, не побачили себе в списках. Зокрема, одеситів, які не один рік ходили на дільницю, розташовану в санаторії Молдова, без їх відома перенесли на ділянку в районі площі 10 квітня. Люди нервували, витрачали час, а хтось взагалі не проголосував. Місто повністю провалило підготовчу роботу до місцевих виборів, упевнений Сергій Ківалов. А можно узнать, где? А как теперь узнать? Вот и нас тоже всех интересует, как узнать. Потому что государство об этом, честно говоря, не побеспокоилось. Приходят граждане, и мы не знаем, что им отвечать, потому что у нас нет каких-то данных, куда нам отправить. От имени Центральной выборчей комиссии мы выбачаемось, але ж маємо, де ж маємо. Но у нас за четверть века никогда такого не было. Я участвовал в выборах и в 90-м году, в районный совет, и в городской совет, и выборы народных депутатов, и мэров, и президента. Ну, такого беспредела никогда не было. Ситуация сволочная. Я 8 лет голосую здесь. Никогда не было никаких сбоев. Сегодня уверенно пришел, говорят, идите в санаторий Молдова. Я говорю, ну, хоть надо было прислать приглашение какое-то или предупредить как-то. А мы не виноваты, мы просто комиссия. Я не знаю, кто это надумал. Но это только обозляет людей. Обозляет. Лично меня. Мне 71 год, я встаю, иду на выборы, и меня с одного места футболят другие. Как я должен относиться к этой власти? Ее просто нету. Понимаете? Поэтому надо, чтобы все пришли, проголосовали за смену. Может, тогда что-то получится. Нагадаю, що 25 жовтня одесити обирають мера міста, а також депутатів місцевої, районної та обласної ради.